Шах и мат, рокировка, гамбит – эти термины шахматисты знают не понаслышке. Участие в дворовом турнире по шахматам – хорошая возможность поделиться опытом и сравнить тактику ведения игры. Я попробовала, но противник, конечно, намного сильнее меня, но я буду стремиться к тому, чтобы становиться все лучше, лучше и когда-нибудь все-таки их выиграю. Турнир по шахматам, волейбол, скиппинг, а также летний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках проведения Всероссийского дня дворового спорта Соня Лисенкова в числе других любителей активного образа жизни смогла принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая прошла во дворе 3-го дома 3-го микрорайона, благоустроенного спортивной площадкой и зонами активного отдыха. ГТО и скиппинг – мои самые любимые. Ну и, не знаю, спорт для меня значит больше. Я хочу держать себя в форме и быть спортивной. Я пришла, чтобы сдать ГТО. Для меня спорт – это главное. То есть без спорта я жить не могу. Это все-таки придает какую-то силу. Проведение дня дворового спорта – еще одна возможность объединить горожан, привить им любовь к физической культуре, а также привлечь внимание к необходимости организации придомовой территории как общественного места для развития массового спорта по месту жительства. Сегодня в рамках проведения Всероссийского дня дворового спорта у нас среди жильцов многоквартирных домов проводится данное мероприятие. Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и вовлечение жителей в спорт. Стоит отметить, что в Уварово уделяется большое внимание развитию дворового спорта. На сегодняшний день на придомовых территориях многоквартирных домов города действуют десятки спортивных площадок, на которых проводятся различные соревнования как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «Спорт».